перехват на Сеткина. Полез в середину, но тут же обезмячен. Снова активнейший Руслан Куль продвигается по левой бровке. Не стал правую передачу отдавать. Такое ощущение, что ему показалось, что в искусственный офсайд залез партнер и не стал делать эту передачу. Сейчас как в касание изящно разыграли. Футболисты Сокола, прострел и еще один гол в ворота в наши влетает. Александр Перчонок. Теперь мы уже точно знаем, да, как эта фамилия произносится. Ну, сейчас как по нотам разложили. Да, конечно, немножко обидно за вратаря, за Артема Аквасова. Ему досталось, конечно, играть с такой сильной командой. Но я думаю, что Артем это сделает только сильнее. И на старте его карьеры, он у нас еще совсем молод, наберется опыта. Да, счет у нас становится уже разгромным. 0-5.